Ну да, открывается. Видите? Открывается выставка «Лес». Ну, вот это одно из зданий Центра современного искусства в Перми. Их много, вот, в частности, вот это здание, где, в общем, так сказать, как раз многие вопросы освещаются. Ну, такая моя большая выставка, я маленький обзор вам по ней дал. Такая ситуация.